друзья! С вами Матвей и Илья. И сегодня у нас будет очередная серия Майнкрафта. Где мы будем добывать? Он опять пошел на улицу, да, в ночь. Как-то плохо видно, да ведь? Согласитесь? Что это было? Крипер! Крипер! Откуда я его видел? Как в темноте заметить крипера? Ребята, он чуть не взорвался. Да, всего лишь там мне чуть свои полные жизни не потратил. Повезло. Что-то... Ему еще чуть-чуть характер... снимать, и будет профессионал снимать. Ты будешь снимать, аппаратку. А я буду играть. Если еще выживание. Выживание тут... Вон мелкий, кстати, ползет в жопу. Что ты делаешь? А теперь играет профессионал, да, который не будет копать все вот эти вот шахты. Ой-ой. Чем ты копаешь? Надо лопатой копать. Я знаю. Я ж профессионал. А профессионал. А ты нуб. А что ты делаешь? Что ты делаешь? А так оно нубы собирает, ну, землю. Так ты и собираешь. А, кстати, пацаны. Не забудьте поставить лайк, когда будет заканчиваться уже серия. Да. Вот какая-то комнатка. Если вы помните, в третьей серии он показывал, что тут будет кровать, все такое. Ладно. О, почти день. Давай, давай пойдем за барашками. Может, там или мяско. Или сейчас зомбик откуда не возьмись. Угу. Будет клёво. О, корова. Сзади. Плохо. Сзади крипер. Сзади крипер. Вот. Поесть. Пацаны, кажется, сзади крипер. Да что за вранье? Да, вообще, ребята, вы чё? Ну я видел целых крипера. Может, ты огурец видел? Огромный. Mm-hmm. О, нет. Шахта. Чё? Как? О, уголь. Уголёчек. Матвей, можно к вам прийти? Нет. Да вы мелкие. Мы не маленькие. Да вам 7 лет-то. Это ты маленький, малыш. Ты... Вы это большие. И мы. Вы маленькие. Вам 7 вы лет, сами вы понимаете. Маленькие. И, кстати, пацаны, вы можете такой мод скачать, но мы не будем говорить. Вам надо лайки поставить. И какой конкурс у нас будет сейчас? Да, если вы поставите много лайков, очень много лайков на этом видосе. И напиши. Я прошу вас набрать 10 тысяч лайков. И если у вас получится, то мы всем вам отошлем по 100 рублей. Если вы не верите, то я могу покляться вам. Да, ребят. Ну вот, ребят. И да, кстати, мы вам можем это сказать один мод. Так вы тоже должны еще плюс 10 тысяч лайков. Если у вас это получится, то вы тоже... И одну команду. Одну прикольную команду. Кажется, самое главное, да? По-моему, да. Ладно, мы вам без лайков, но вы должны точно... подписываться и лайки поставить. И самое простое — нажать на колокольчик. Вот, ну я... Пацаны, мы тут копаем, уже накопались. Поскорее бы шахту какую-нибудь встретить. А домой? А домой зачем? А, ну точно, зачем. Да что вы там делаете? Я буду сейчас вас бить!
Пацаны, что это? Где? Финики, где наш дом? Мы заблудились. О, боже мой. Хотя нет, если найти дыру, то, ну, я ее уже факел нашел. Там. Давай дерево собирать. Нам очень Зачем? Нужно дерево. Нам надо собрать 64 дерева. Зачем? Как, зачем? Я буду строить нормальный дом, не как в шахте жить. В шахте ты что, это ж круто. Да это как херобрин, блин. Херобрин, он в золотом доме живет, ты что? Ты что, он в пещере живет? Ты что, совсем? Я видел там видео, где он жил в пещере. И он стал злым, потому что его деревня выгнала его. Ого, как мало мяска. Надо, блин, сапоги кожаные сделать. Сапоги, самое главное. Сапоги сделай кожаные. Ну, надо пожарить их. Сделай сапоги кожаные. У нас 4 кожи. 5. Можем шлем сделать. Ребята, ему сделали. Ура, мы профессионалы. Кожаный шлем. Блин, надо бы барашек найти. Барашка Шон. Если вы смотрели такой мультик, Барашек Шон, то я, если вы не смотрели, то я советую вам посмотреть. Он очень прикольный. Да. Нам бы сейчас... Тут вообще что-нибудь сделать такое, чтобы огромную шахту найти. Я была бы не против. Хотя кто был бы против? Если мы уже как 50 минут. Я чувствую, к вам брызгли. Блин, показалось, курица. Я думал, что барашки. Вот же, блин. Ладно, пацаны, давайте. Пока-пока.